Добрый день. Мы продолжаем наши лекции. Сегодня я хочу вам рассказать о правителе России, который оставил довольно яркий след. Хотя деятельность его можно оценивать по-разному, но, несомненно, это был оригинальный правитель. Это император Павел I. Павел I – это фигура, которая, на первый взгляд, как-то теряется в истории между грандиозной фигурой Екатерины Великой с ее достижениями, с ее авторитетом европейским, между Екатериной Великой и не менее крупной фигурой Александра I, который победил Наполеона, который создал Священный Союз. Таким образом, между ними маленькое царствование императора Павла, сравнительно маленькое, всего 6 лет. Павел стал нашим императором российским в 1796 году, и жизнь его закончилась в 1801. Таким образом, 796-801. И вот во всех наших учебниках по истории обычно время Павла как-то так, знаете, спрессовано, зажато между эпохой Екатерины и эпохой Александра. На самом деле, конечно, Павел был достаточно своеобразной, противоречивой фигурой. Но сначала несколько слов о его биографии, о его жизни, что это был за человек. Павел был сыном Екатерины Великой. Он родился в 1754 году, когда Екатерина еще была всего лишь женой наследника престола будущего Петра III. Были разные слухи о том, что якобы отцом Павла был не Петр III, а кто-то из фаворитов Екатерины, потому что уже в это время у нее были, так сказать, возлюбленные среди гвардейских офицеров. Но слухи есть слухи. Официально Павел считал себя сыном Петра III, и в нашей исторической традиции они идут как отец и сын. Поэтому мы их так и будем рассматривать. Когда ему было всего 8 лет, в 1762 году, произошел дворцовый переворот, в результате которого его отец Петр III был убит гвардейскими офицерами. Убит гвардейскими офицерами. Причины этого переворота сложные, длинные, о них отдельно можно рассказывать, но главное в данном случае то, что душой этого переворота, его инициатором была мать Павла, Екатерина, будущая Екатерина Великая. То есть она организовала заговор против собственного мужа. Она ненавидела своего мужа Петра III, Петр III отвечал ей тоже очень такими враждебными чувствами. Это, конечно, страшная борьба за власть. Если вот так с обычной точки зрения обычных нормальных людей посмотреть на это, жена организует убийство мужа. А потом возникает отсюда ненависть между матерью и сыном. То есть, конечно, Павлу рассказывали о том, как погиб его отец. Конечно, он искренне считал Петра III своим отцом, и это, так сказать, его право. Вот. Так вот, значит, он знал, что мать убила отца. Это страшное состояние, конечно, не дай бог, так сказать. Но в то же время проблема вторая заключалась в том, что он, Павел, должен был править после смерти отца, по обычной логике правит сын. Отец умер, убит, неважно, официально было объявлено, что он умер от приступа какой-то болезни, значит, Павел должен быть императором. А Екатерина захватила власть в свои руки и вовсе не собиралась отдавать ее своему сыну Павлу. Екатерина была женщиной очень честолюбивой, властолюбивой. Она любила славу, любила власть. У нее были основания для того, чтобы держаться за трон. Она действительно многое могла сделать. Но представим себя на месте Павла. Его фактически обманули, обокрали. У него отняли самое дорогое, что можно в этих придворных кругах ценить, это власть. И поэтому он ненавидел свою мать. Он ненавидел свою мать. И когда она умерла, он радовался до неприличия. Так что это был человек с очень, скажем так, больной психикой. Больной изначально, вызванный вот той ситуацией, в которой ему пришлось жить. Когда ему исполнилось 18, все думали, что вот теперь она наконец-то отдаст ему власть. Он стал совершеннолетним. Но ничего подобного Екатерина даже глазом не повела, как говорится.
Да? Потом вокруг Павла все время было свое окружение, которое постоянно ему говорило о том, что вы должны быть государем. Почему, собственно, такая несправедливость? И вот ему все время это говорили, все время ему эту, так сказать, боль раздражали в нем. Почему же он не правит? А его хорошо учили, хорошо воспитывали, его отправляли в Европу. Он был человеком просвещенным. Он искренне считал, что он может править. Не только потому, что вот он хочет, а потому, что он готов, он знает, как надо править. Он хочет установить в стране справедливость, правосудие. Он хочет стать великим государем в истории России. Для него был пример Петр Великий. Он хотел повторить, так сказать, славу Петра Великого. И он настолько часто об этом думал, что у него даже возникали галлюцинации. Ему являлся Петр Великий. Он совершенно серьезно рассказывал во время одной заграничной поездки о том, что однажды, прогуливаясь по набережной Невы в сопровождении князя Куракина, он вдруг увидел, что кто-то третий с ними идет, рядом с ним, с Павлом. И когда он присмотрелся, он вдруг отшатнулся и увидел, что этот третий – это Петр Великий. И он спросил его: «Зачем ты идешь здесь, что тебе нужно?» А Петр посмотрел на него и сказал: «Бедный Павел, недолго тебе жить на этом свете». И вот с этим грустным предсказанием Петр исчез. Действительно, предсказание сбылось. Но, так или иначе, Павел, наконец, дождался того момента, когда Екатерина скончалась. Екатерина скончалась, и власть перешла к нему. Екатерина не хотела, чтобы он правил. Она хотела оставить трон внуку, Александру. Дело в том, что у Павла была большая семья. У него было 4 сына, значит, старший Александр, затем Константин, потом Николай, потом Михаил. 4 сына и, если не ошибаюсь, 4 или 5 дочерей. Так что большая семья. И вот Екатерина любила внуков. Все-таки у нее была человеческая потребность кого-то любить, кого-то, так сказать, воспитывать. И она любила особенно старших внуков, Александра и Константина. Нанимала для них лучших учителей, причем учителей нанимала так, знаете, оригинально. Одна брала одного учителя русского, одного иностранца, одного, так сказать, консервативных взглядов, другого либеральных взглядов, для того, чтобы эти внуки могли знать и то, и другое, чтобы они не были односторонними людьми. В общем, она хотела оставить трон Александру, но она понимала, что у Павла есть свои сторонники, и она боялась официально об этом объявить, потому что это могло привести к острому конфликту между сторонниками Павла, сторонниками Александра и ее собственным, так сказать, авторитетом. Поэтому она оттягивала, оттягивала решение этого вопроса, а умерла внезапно от кровоизлияния в мозг и не успела никаких распоряжений дать. Поэтому автоматически Екатерина умерла, Павел получает трон. И вот он начинает править с ноября 796-го, и до своей трагической гибели в марте 1801 года. Внутренняя политика Павла отличалась большой оригинальностью, я бы сказал, противоречивостью. То есть, с одной стороны, это был человек, который искренне хотел навести в стране порядок. Он прекрасно знал, что при Екатерине правящий класс, дворянство, ну, можно сказать, вышел из-под контроля. Дворянство при Екатерине имело все привилегии, все права, которые только можно было. Екатерина ведь за счет чего она так долго и спокойно правила? За счет того, что она дружила с правящим классом. Правящий класс, дворянство, получил от нее все, что он мог только хотеть. Поэтому время Екатерины – это золотой век дворянства. И вот Павел считал, что нужно навести порядок, нужно заставить правящий класс служить как следует, исполнять свои обязанности, которые у него есть, по мнению Павла. И вот в этом желании навести порядок в стране и прежде всего приструнить правящий класс, бюрократию, конечно, в этом, с одной стороны, доброе намерение Павла навести порядок в России, ну, вечная тема, но с другой стороны, это было очень опасно. И он вот этой опасности, видимо, не вполне понимал. Потому что правящий класс, конечно, никакому монарху не позволит наступать на свои интересы. Правящий класс – это очень опасная вещь. Он может уничтожить любого монарха, если возникнет острый конфликт.
Или монарх должен создавать мощную репрессивную систему, как это делал, скажем, Иван Грозный, чтобы контролировать правящий класс. Или монарх должен обладать колоссальным авторитетом, как это было, скажем, у Петра Великого. А у бедного Павла не было ни мощного репрессивного аппарата, ни мощного авторитета, как у Петра Великого. Екатерина все время старалась представить его в таком карикатурном виде перед дворянством. Вы понимаете, я же вам говорил, что она чувствовала, что она как бы имеет в его лице конкурента. Поэтому Екатерина при каждом удобном случае говорила так, как бы между прочим, что ну он у меня такой глупенький, он ничего не понимает, он живет в каком-то совершенно нереальном мире. И вот такой образ Павла, как такого, знаете, не совсем нормального человека. Ну, Павел, например, начал с того, что он разрешил крестьянам жаловаться на помещиков. Он вообще смягчил крепостное право. Это первый император в России, который начал смягчать крепостное право. Он отменил екатерининский закон, по которому крестьянам запрещалось жаловаться на помещиков. Сказал, пожалуйста, пусть жалуются местным властям, пожалуйста, центральным властям, пожалуйста. Даже если мне, императору, захотят пожаловаться, имеют право. Он хотел иметь, так сказать, прямую связь с народом. Поэтому он приказал в Зимнем дворце одну комнату на первом этаже специально приготовить для принятия челобитных, прошений на императорское имя. Причем прошение мог любой человек бросить через открытую форточку этого помещения, этой комнаты. И вот Павел каждое утро приходил в эту комнату, собирал эти прошения, читал и по каждому старался дать ответ первоначально. Но потом, во-первых, этих прошений стало море, потому что прошла молва, что император все помогает, всем помогает, все читает. И все кинулись жаловаться, потому что у каждого есть на что пожаловаться. Жалобы были порой самые, так сказать, мелочные. А во-вторых, ведь у него много было врагов, и они стали просто бросать туда бумаги, в которых ему писали всякие оскорбительные письма. И он разозлился, он был человек эмоциональный, вспыльчивый, и приказал это окно закрыть, и, в общем, это все кончилось ничем. Но так или иначе, Павел подготовил знаменитый манифест о трехдневной барщине. В 1797 году, в апреле месяце, когда он был в Москве на коронации, он издал манифест, в котором, в частности, говорилось, что не рекомендуется, он, император, не рекомендует помещикам заставлять своих крестьян работать на барщине, то есть на поле помещика, больше трех дней в неделю. Три дня на себя, три дня на помещика. Если они будут работать на помещика 4 или 5 дней, говорил Павел, то они не успеют обработать свои собственные поля, огороды, крестьяне. И они просто умрут с голоду. И помещикам же от этого будет ущерб. Поэтому ради собственных интересов, господа помещики, не заставляйте крестьян работать больше трех дней в неделю. И категорически, говорил Павел, не заставляйте их работать в выходные дни. По тем временам это был очень смелый шаг, когда вообще даже говорить о крепостном праве запрещалось. Но затем он однажды пришел в Сенат с ревизией и обнаружил, что там скопилось за время Екатерины тысячи дел нерешенных. Сенаторы работали лениво, сенаторы предпочитали заниматься своими проблемами вместо того, чтобы разбирать дела. И Павел дал строжайшее указание, чтобы разобрали немедленно все текущие дела. И благодаря этому указанию, а его боялись, особенно поначалу, все дела были разобраны, решения были приняты, и никаких залежей нерешенных проблем к концу правления Павла в Сенате не оставалось. Все решалось быстро, оперативно. Его боялись, потому что за малейшее непослушание он подвергал людей опале. Он подвергал людей наказанию. В чем состояло это наказание? Ну, прежде всего, самое мягкое наказание – это отставка. Когда он говорил человеку, что все, ты мне не нужен, со службы уходи. А ведь для многих именно жалование было источником доходов основным. Далеко не все дворяне были такими богатыми, что могли не служить. Большинство как раз жили за счет доходов от службы. Поэтому отставка – это наказание. Но кроме отставки, там были вещи и посерьезнее. Он мог приказать человека и сослать куда-нибудь в Сибирь, и бросить в тюрьму. Это все было. Телесные наказания для дворян Екатерина отменила.
по закону Екатерины II дворян нельзя было бить кнутом, нельзя было подвергать телесным наказаниям, пыткам. Павел сделал такой хитрый ход. Он некоторых провинившихся сначала лишал дворянства, а потом уже приказывал их бить кнутом. И поэтому возникала такая ситуация, что, с одной стороны, он пугал правящий класс, но, с другой стороны, правящий класс все-таки реально его не очень-то боялся, потому что он все-таки был человек эпохи Просвещения, воспитанный на книгах французских просветителей, и быть таким вот свирепым средневековым тираном он не мог. И более того, он был человеком отходчивым, то есть часто бывало так, что он кому-то объявляет ссылку в Сибирь, все, страшный, так сказать, приступ ярости, у него такие припадки гнева бывали. А потом, на следующий день или там через неделю, к нему обращаются и говорят, что вот семья оказалась без средств существования, что вот такое несчастье, вот он так раскаивается, что это все как-то случайно получилось. И Павел говорит, да, ну ладно, давайте, готовьте указ, я его помилую. То есть он как бы одной рукой наказывал, а другой рукой миловал. И он уже в 800 году вообще объявил амнистию почти всем, кого он репрессировал. И огромное количество людей потянулось в Петербург за новыми должностями, потому что он не только их простил, но он сказал, что приходите ко мне в Петербург, я лично с вами побеседую и верну вам ваше положение по службе. Но Павел не знал, сколько этих пострадавших, он же не считал их. И тысячи людей, оказалось, потянулись в Петербург. И к концу правления Павла Петербург забит был этими жалобщиками, которые мечтали получить новую должность, потому что старую уже, естественно, кто-то занял. И вот эти недовольные, Павел их всех не мог принять. Он первое время принимал, потом сказал, все, надоело, пусть они идут куда хотят, я не могу их всех принять. И они, конечно, ненавидели его, потому что они пострадали из-за него, и он их обманул. Он обещал им какую-то помощь и не дал. Значит, у Павла была слепая ненависть ко всему, что связано было с французской революцией. Он запрещал ввозить в Россию иностранные книги. Он установил свирепую цензуру. Он запретил носить даже такой фасон одежды, который в то время был модным во Франции. Круглые шляпы, жилеты. Ему казалось, что все это признак якобинского духа. И вот Павел старался в России навести, ну, я бы сказал, немецкие порядки. Он везде ставил полицейские будки, он везде ставил часовых. Его любимым занятием были военные парады. Почему он так любил парады? Потому что его мечта, его цель, так сказать, правления – это порядок. Порядок и дисциплина. Он хотел таким сделать все общество. И вот порядок военного парада, где все идут в ногу, где все подчиняются приказам командира, вот это для него был идеал. Поэтому он наслаждался, когда он видел этот порядок хотя бы в армии. Так же, как, скажем, для Ивана Грозного идеалом был монастырь. Тоже порядок, все подчиняются игумену, все, так сказать, идут в одну сторону. И вот поэтому Павел был фанатиком парадов. Удивлялись люди, почему он с утра до вечера ходит на эти парады и без конца может на них смотреть. Потому что это, ну, ему, так сказать, грело душу. Вот он, порядок. Вот такой бы навести во всей России, чтобы каждый четко знал свое место направо, налево. Но Россия не такая страна, в которой легко навести порядок. И в конце концов, против Павла возникло очень сильное недовольство среди аристократии, среди гвардии. И это недовольство во многом усиливалось его причудливой внешней политикой. Внешняя политика была очень такой, знаете, эмоциональной. Ну, например, Павел получил приглашение от рыцарей Мальтийского ордена, ордена святого Иоанна Иерусалимского, стать верховным магистром. Это рыцарский орден, который уже, так сказать, дышал на ладан, средневековый. Он находился на острове Мальта. И вот Павлу эта идея понравилась. Он объявил себя покровителем этих мальтийских рыцарей. Он с удовольствием носил мальтийский крест, знак этого рыцарского ордена. И когда этот остров Мальта захватили французы, Наполеон, направляясь в Африку, он приказал своим войскам оккупировать Мальту и выслать оттуда всех русских, которые там находились, русского посла, и сказал, что если русский корабль хоть один появится здесь, около Мальты, он будет уничтожен. Но Павел воспринял это как оскорбление себе лично, и он объявляет войну Франции. Он объявляет войну Франции, он вступает в союз с австрийцами,
возвращает из ссылки опального Суворова, Суворову поручают командование войсками, и вот Суворов идет в знаменитый итальянский поход. Итальянский, который потом перешел в альпийский поход Суворова, потому что из Италии Суворов через Альпы прошел в Швейцарию. С точки зрения военной, это был блестящий поход Суворова, где он показал весь свой военный гений. Но с точки зрения целесообразности, России совершенно не нужно это было. Мы потеряли массу людей, десятки тысяч людей в этой войне. Потеряли силы, потеряли деньги, в конце концов. Совершенно бесполезная для России война. И все об этом говорили. Зачем нам это нужно? Что нам это Италия? Мы для австрийцев завоевываем Италию, освобождаем ее от французов. Ну и, пожалуйста, австрийцы оккупировали. Россия же не присоединит к себе Италию. Далее, значит, австрийцы каким-то образом не смогли долго поддерживать союз с Павлом. Более того, у него появился новый враг – англичане. Дело в том, что англичане выгнали французов с Мальты, и в 1800 году англичане оккупировали Мальту, тоже не спросившись Павла. Он протестовал, он магистр, это его рыцари. Англичане сказали, да, бросьте вы всякую ерунду, и оккупировали Мальту. И он воспринял это опять как оскорбление. И он на 180 градусов разворачивает свою внешнюю политику и начинает войну с Англией. Начинает войну с Англией, которая, опять-таки, для России в этой ситуации была совершенно ни к чему. Но война была серьезная. Английская эскадра весной 801 года готовилась войти в Финский залив. Англичане готовили бомбардировку Петербурга со своих кораблей, готовили высадку. На помощь англичанам должна была прийти Швеция, старый конкурент России в этом регионе. То есть война предстояла нешуточная. И вот тогда Павел, чтобы навредить англичанам, придумал операцию, которая сейчас вызывает у многих просто смех. Это, ну и тогда тоже, кстати, это знаменитый индийский поход казаков. То есть в начале 1801 года, зимой, с 800 на 801, он отправил 20 тысяч казаков донских в поход на Индию. Потому что Индия – это крупнейшая колония Англии, источник богатства англичан. И поэтому Павел решил завоевать Индию, проложить дорогу в Индию с помощью войск и отнять Индию у англичан. Идея была фантастическая, потому что он не представлял себе, какие туда дороги, как туда можно добраться. Он просто им дал команду, что идите до Бухары, а дальше вот мои карты не простираются, вы уж там на месте спросите, как там пройти в Индию. Вот. То, что там горы, то, что там невозможно вообще нашим войскам находиться, это все его мало интересовало. И вот бедные казаки, выполняя приказ, пошли зимой по степям Нижнего Поволжья, гибли там десятками каждый день, потому что они не могли не выполнить приказ, но и выполнить не могли. Поход был совершенно неподготовлен. Это было жестоко, конечно, дико. И поэтому, кстати, первый указ императора Александра I, пришедшего к власти, он состоял из двух слов. «Верните казаков». «Верните казаков». Вот было первое распоряжение нового царя. В итоге против Павла возникло очень сильное недовольство и его внутренней политикой, и его внешней политикой. Это недовольство вылилось в заговор. И вот в ночь с 11 на 12 марта 1801 года произошел последний в нашей истории дворцовый переворот. Дворцовый переворот, по сути дела, он состоял в убийстве Павла. Гвардейские офицеры ночью пробрались в его резиденцию, Михайловский замок, ворвались в его спальню. Возникла такая сначала перебранка, потом они набросились на него, и один из них, скорее всего, это был Николай Зубов, он тяжелой своей золотой табакеркой ударил императора в висок. И от этого удара Павел скончался. Павел был убит. В этом заговоре, хотя и не активную, но пассивную роль играл его сын Александр. Александр дал согласие на свержение отца и прекрасно понимал, что просто оставить Павла в живых невозможно, они его убьют. То есть фактически сын дал согласие на убийство своего отца. Павел был убит. Официально было объявлено, конечно, что он умер от приступа какой-то болезни. И с этого трагического эпизода начинается царствование нового императора Александра I.
Вот то, что я собирался вам сегодня рассказать. Ну а сейчас, если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить.